2 октября в 13 часов в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» состоялось торжественное открытие нового учебного года университета третьего возраста. Университет третьего возраста – это специальный образовательный проект Казанского федерального университета, основной целью которого является создание условий для насыщенной, полноценной и достойной жизни пожилых людей и вовлечение их в сферу творческой и социальной активности. Критерии отбора несколько всего лишь. Во-первых, возраст. Это возраст 55 лет женщины и старше, мужчины 60 лет и старше. Это первый критерий. И второй критерий – неработающие пенсионеры. За 10 лет университет третьего возраста значительно расширился. Теперь для слушателей разработано более 15 программ, и сегодня он насчитывает более 2500 студентов. Учебный год такого образовательного проекта начинается с октября и длится до мая. Слушатели, прошедшие обучение, получают сертификат как документ об окончании. Диана Паскарь, Владислав Михневский, Универ News.